Я могу сама из своего опыта посоветовать человеку читать в болезни определенные молитвы, если сам человек никак не идет на контакт со священником. Да, можете, конечно, и должны, наверное, посоветовать, но только после того, как вы предложите пойти на контакт с священником. Потому что когда Господь попускает нам какие-то определенные скорби для чего-то. И в этих скорбях мы должны получить некий плод духовный, то, ради чего Господь попустил нам скорби, а не просто вот потерпеть, поскорбеть и избавиться от этого. А зачем тогда были эти скорби? Вот. Ведь все скорби не случайны. И если человек просто ищет возможность избавиться от этих скорбей, вот заболел, вот все, выздороветь и все, и забыть, как этого не было никогда, тогда делать бессмысленным ту работу, то домостроительство Божие для своего спасения. Поэтому, если человек молится, то он должен читать какое-то молитвенное правило о помощи Божией в каких-то ситуациях, или там о выздоровлении, или там избавлении от еще какой-то скорби, он должен взять на это благословение. Потому что когда мы берем благословение священника, когда мы берем благословение священника, церкви в лице священника, то получается, что мы молимся по послушанию. Я знаю, что очень много людей молятся, очень много читают какие-то акафисты, какие-то правила, но без благословения священника абсолютно. То есть молятся по своей воле. А когда человек что-то делает по своей воле, а не по воле Божией, то, соответственно, и плод не очень хороший, не очень плодотворный. Поэтому надо молиться не по своей воле, не самому себе назначая правила, или то, что там посоветовала бабушка, дедушка или сосед, или соседка, а то, что тебя благословил священник. Поэтому всегда, когда надо что-то вымаливать, надо подойти к батюшке или позвонить и сказать: «Батюшка, благословите такое-то молитвенное правило». Поэтому прежде чем советовать какое-то правило молитвенное читать кому-то, надо обязательно сказать: давай обратимся к священнику, пусть батюшка благословит, какое правило читать. Человек будет упираться, объяснить, зачем это нужно, почему. Человек будет упираться: нет никаких священников, сама мне благослови или сам там объясни. Ну тогда уже можно посоветовать, чтобы человек читал, потому что из двух зол выбирают меньшее. Чем совсем не молиться, то пусть молится хотя бы по своей воле или по вашей воле. Не по воле церкви, но по вашей воле. Может быть, конечно, это будет молитва более долгая, дольше человеку придется стучать, чем за послушание, если он молится. Но, тем не менее, все равно Бог всякому просящему дает. Только это будет дольше и труднее. Это тоже надо объяснить. Что когда вы советуете какое-то правило молитвенное почитать или читать, вычитывать своему ближнему, который не хочет общаться со священником, надо объяснить. Если батюшка благословит, это будет быстрее. Бог тебя быстрее услышит. Если батюшка не благословит, это будет дольше. Все, а там уже пусть сам человек убирает. Помоги, Господи.